Она по жизни творец. Чувство прекрасного впитывала с самого детства. Любит жизнь, умеет наслаждаться каждым ее мгновением. Говорит, по-другому невозможно видеть красоту и дружить с творчеством. А к работе относится как к своему призванию. Светлана Николаевна Кухоцковолец, начальник управления архитектуры и градостроительства Комитета по архитектуре и строительству Гомельского облсполкома, главный архитектор Гомельской области. По итогам работы в 2014 году Светлане Николаевне присуждена премия Гомельского облсполкома «Человек года» в номинации «Призвание». При непосредственном участии Светланы Николаевны в 2014 году подготовлен к визиту главы государства Александра Григорьевича Лукашенко город Чеченск. Преобразился к областному фестивалю «Дожинки» город Буда Кошелева. Общаясь со Светланой Николаевной, складывается впечатление, что архитектором она родилась. Во всяком случае, с выбором будущей профессии определилась еще в детстве, обучаясь в изо-студии при Доме пионеров в городе Бресте. В этом теплом городе на юго-западе Беларуси и родилась будущий архитектор. В семье, где мать и отец занимались бухгалтерским делом, далеким от полета творческих мыслей и фантазий. Дочь же выбрала ту профессию, в которой смогла бы раскрыться ее неуемная творческая натура. После окончания школы прямиком направилась в инженерно-строительный институт в родном городе Бресте на факультет архитектуры. Получив специальность архитектора, Светлана Кухоцковолец по распределению отправилась на работу в Гомель, город, который стал для нее вторым домом, где она реализовалась как личность, вышла замуж, родила двоих прекрасных детей. Первым местом работы новоиспеченного архитектора стал тогда еще филиал института «Сельхозтехпроект». Сегодня это коммунальное унитарное предприятие «Гомель-Агропромпроект». Здесь Светлана Кухоцковолец проработала 14 лет. После проектного института ее трудовой путь продолжился в должности главного архитектора администрации железнодорожного района города Гомеля. Достаточно интересная работа была в этот период. Мы настолько интересно преобразовали наш железнодорожный район, который вот сейчас имеет уникальные объекты. Это фонтан возле библиотеки имени Ленина, благоустроенные бульвары, площадь Победы, которую произвели реконструкцию. После работы в администрации железнодорожного района Светлану Кухоцковолец пригласили на должность заместителя главного архитектора Гомельской области. С августа 2008 года она возглавляет управление архитектуры и градостроительства Комитета по архитектуре и строительству Гомельского облсполкома, является главным архитектором области. За годы работы в должности главного архитектора Гомельской области Светланой Кухоцковолец вместе с командой профессиональных коллег проделана огромная работа, в результате которой Гомель и многие районные центры нашей области преобразились до неузнаваемости. Это и Жлобин, который архитекторы вместе с руководством региона готовили к республиканскому фестивалю-ярмарке работников села «Дожинки-2013». Это была работа в соавторстве со скульпторами и художниками. Изюминкой общих идей, настоящим символом и украшением города стал геральдический знак Жлобина – ладья, установленная на бульваре Металлургов. Настолько все преобразилось, настолько все лаконично и красиво вписалось в городскую среду города, что город просто заиграл новыми красками, новыми зданиями. Отреконструирован дворец Металлургов, который стал украшением центральной части города. Общими стараниями всего коллектива архитекторов Жлобин обрел свое новое лицо. В городе построена современная, комфортабельная 9-этажная гостиница, благоустроена красивейшая центральная площадь, парк с каскадом озер. Теперь жлобинчане еще больше любят свой родной город и бесконечно благодарны создателям всей этой красоты. Достойно встретил гостей областных дожинок в 2014 году и город Буда Кошелева, который преобразился необыкновенным своим индивидуальным почерком. То есть там настолько вот каждый уголок обыгран, реконструирована площадь, отремонтированы фасады. Настолько замечательно, что жители города до сих пор гордятся своим обновленным городом. Архитектор – это творец. Его работа – это большой созидательный труд, когда важно продумать все до мелочей. Образ здания, элементы фасадов, интерьер и ландшафт – все должно быть гармонично. Вообще архитектор – это он вообще олицетворяет красоту, которая подкреплена функциональностью, и он должен это творить. Почему? Потому что, значит,
если мы находимся в интерьере, должен человек себя чувствовать комфортно. Здание должно быть впечатлять. Если мы попадаем в среду, которая вызывает какой-то негатив, какое-то неприятное восприятие, значит, архитектор не доработал. Такое представление о своей работе помогает Светлане Николаевне принимать правильные решения. В результате глаз радуется, душа поет, а сердце отдыхает. Глядя на преобразившиеся города Гомельщины, несравненный Туров, красивый Чечерск, обновленный Ельск. Неповторим по своему облику Лоев, и над его благоустройством потрудились архитекторы. Они готовили город к 70-летнему юбилею освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В райцентре отреконструировали мемориал, посвященный героям битвы за Днепр. Благоустроили парковые зоны, расположенные вдоль реки. Без команды творческих архитекторов, которые действительно талантливы, а талант – это искра, которая дана свыше, и это не каждому дано. Но у нас на самом деле сегодня не только команда профессиональных архитекторов, но я хочу сказать, что у нас и руководители области, и руководители всех отраслей – это люди, которые чувствуют красоту, видят ее и стремятся к тому, чтобы все преобразилось. Жизненное кредо Светланы Кухотковолец – создавать вокруг себя красоту. Она счастливая женщина. У нее прекрасные друзья, хорошие талантливые коллеги и, конечно, семья. Муж, дочь и сын, которые всегда и во всем ее поддерживают. Дочь пошла по стопам мужа. Сын у меня художник. То есть он немножко взял то творческое начало, наверное, от меня. Они видят и ценят мою профессию. И, конечно же, всегда радуются удачам, всегда отмечают какие-то новшества, которые появляются где-то у нас в области или в городе, и высказывают свои пожелания, точки зрения. Свободное от работы время Светлана Николаевна любит путешествовать. Запомнилась недавняя поездка, организованная Союзом архитекторов, в котором Светлана Кухотковолец состоит с 2011 года. В рамках проекта «Архитектурное наследие великих цивилизаций» ездили в Турцию. Это была поездка очень удивительная. Она очень впечатляла тем, что мы посмотрели объекты архитектуры и истории Древнего Рима, которые остались на территории Турции. И насколько это удивительно, впечатляет своим величием, красотой. Был в жизни Светланы Кухотковолец период, когда ей очень хотелось найти способ самовыражения. И тогда она увлеклась флористикой. Теперь друзьям и знакомым дарит неповторимые композиции из сухоцветов. Такие композиции, когда ты идешь, и ты замечаешь каждый цветочек, каждый лепесточек, каждый какой-то корешочек. И вот это вот все удивительные формы, которые тебя интересуют, собираешь, а потом составляешь какие-то интересные композиции. Самое главное для Светланы Кухотковолец – это надежность. Надежность в людях, надежность в мыслях, уверенность в себе. Самое же страшное – предательство. Это то, чего не хотелось бы встретить в жизни и, конечно, совершить самой. Поэтому Светлана Николаевна продолжает надеяться на лучшее в жизни, остается верной любимому делу и не предает свои идеалы. Собирается и впредь соответствовать высокому призванию архитектора. Став человеком года, став человеком призвания, я поняла, что мы идем по правильному пути, мы правильно решаем задачи, мы действительно что-то вносим интересное, что это не только отметили меня, это отметили, в общем-то, всех архитекторов нашей Гомельской области.